И ваш земляк Валерий Гусаров, кандидат в депутаты. По одномандатному округу возглавляет список. Я хотел бы, чтобы вот у нас здесь стоят микрофоны, мы все-таки не нарушали какой-то этикет, правила встречи. Не получалось, чтобы, как у нас сегодня первая встреча была культурно, кто поднял руку, подошел к микрофону, задал вопрос, мы будем отвечать на все вопросы. Подходит такое общение? Давайте тогда пообщаемся. А к микрофону подойдите. Владлен Иванович, вас не слышно, к микрофону подойди. То есть, я надеюсь, у нас у всех, как говорится, будет созидание. 13 числа мы все придем к созиданию. Начну с того, что товарищ мой Валерий Гусаров, когда попал со мной на один округ, приехал в поликлинику, ну, и сказал: «Владлен, давай ты снимешь свою кандидатуру. Тогда ты потом будешь главным врачом. Если нет, то ты заведующим поликлиникой, скорее всего, не останешься, и я тебя по своему округу буду гнобить и пытаться уничтожить». С учетом того, что проходило за этот месяц у нас в городе, сгорело две машины, допустим, да? У меня жена врач, которая боится теперь машину, когда дежурит, оставлять просто так. Сын боится ходить. У меня есть суда, которую я плачу, я не знаю, доплачу или нет. Дальше, когда я хожу по своей территории, встречаюсь с людьми, они мне свои проблемы высказывают, я пытаюсь хоть что-то сделать, чтобы решить или помочь что-то сделать для того, чтобы эти проблемы были услышаны главой города, администрации, ЖКХ. Валерий Гусаров ходит специально, охаивает партию власти, у нас на всех кричит и все, и не дает ничего делать. Вот и все. Не хотелось бы, чтобы у нас все-таки был конструктивизм. И мы хотели, как говорили, хоть КЛДПР, хоть коммунисты, но мы вместе хотели построить здесь хороший город и достичь этого. Спасибо большое. А кто раньше Добрый вечер. Во-первых, я не хочу, конечно, оправдываться за те оскорбления Владлена Ивановича, но сегодня, я думаю, все вы в своих ящиках видите, кто кого охаивает. 35 тысяч экземпляров сегодняшней газеты, которые льют грязь на Анатолия Петровича Быкова, на Гусарова, на Азериденко, на все вообще возможные партии. Заклеен весь город плакатами «Единой России». Счастливые друзья нашего губернатора, которые были облагодетельствованы, в том числе и Владлен Иванович. Я на округе. Его не ходил, не оскорблял. Я думаю, здесь много, которые живут на этом округе. И не рвался на его встречу для того, чтобы сказать плохие слова. Я рад, что Владлен Иванович пришел. И те, кто все-таки хотят за него проголосовать, наверное, проголосуют. Но я еще раз хочу повторить то, что я повторял на его встречах. Владлен Иванович Власенко будет поддерживать Илая Узбековича Ахметова. Спасибо. Вообще, эта встреча Анатолия Петровича Быкова, конечно. Нормальный вопрос. Я здесь родился и живу в Ващинске 47 лет. Здесь учился в школе, отсюда ушел в армию, сюда же вернулся. За это время получил 3 высших образования, экономическое, юридическое, то есть, и по управлению на воздушном транспорте. Пробовал во многих себя вещах, занимался и строительством, и производством стройматериалов, и торговлей. Ну, как все, наверное, здесь люди, которые пытались добиться какой-то самостоятельности. Я не скажу, что я изобрел какой-то новый велосипед. Я точно так же, я 23 года здесь занимаюсь потихонечку предпринимательством. Я не имел доступа к каким-то крупным предприятиям. Я не имел доступа к бюджетным деньгам никогда в жизни. Я просто пытался извлечь какой-то свой минимум для того, чтобы обеспечить себя, свою семью, своих детей. И быть при этом каким-то независимым человеком. Чтобы меня никто не шпынял, никто не пинал. Но при этом, поверьте, это, наверное, уже пятая власть, которая меня, я не могу понять, за что шпыняет.
Я вот честно сказать, я не могу понять, что я сделал такого плохого для местной власти. Приходит каждый мэр и начинает составлять какой-то список из людей, которые здесь более активны и чем-то занимаются, и нас начинают дергать, с нами начинают судиться, начинают поднимать вопросы по нашему имуществу, начинают поднимать вопросы, как мы вообще откуда мы появились и почему мы им не платим, не носим и ничего не предлагаем. И ничего не просим. Вот мне это до сих пор непонятно. Я честно скажу, что, поверьте, если бы мы нарушили закон, они бы на нас всех собак спустили. Если бы мы не платили налоги, они бы уже нас давно посадили. У них власти столько на сегодняшний день, что, я не знаю, ну, они не ограничены. Прокуратура их, телевидение их, газеты их, вот все что не угодно. Даже голодующие ДПМК, которые были, я вот так, в качестве отступления, да, все увидели в этом, что это кто-то специально спровоцировал. Вот не просто люди с голоду уже не знают, что делать, да, а это же провокация, это какая-то политическая. Да никакой политики здесь нет. У нас вся с вами политика заключается, мы живем в этом одном городе. Мы дышим одним воздухом. Мы, по сути, все потихонечку, понимаете, обрабатываем и зарабатываем друг на друге. Но при этом мы почему-то, приходят люди со стороны, политтехнологи под каждые выборы, которые начинают задуривать нам мозги, расставлять нас по разные стороны баррикад, делать нас врагами, понимаете? Владлен Иванович мой друг, я с ним общаюсь много лет, поверьте мне. И он скажет это, встанет, что это так. Но сегодня, в сегодняшней ситуации, понимаете, мы с ним немножко да, косо глядим друг на друга, потому что выборы. Нет, я хочу сказать не только для своей защиты, в том числе и для своей защиты, но я хочу обратиться к вам. Вот вы, по идее, ну должны быть хотя бы рады. Я всех сходил, звал на выборы. Вот когда собирали команду, Анатолий Петрович говорит: Валер, предложи людей достойных, хороших, которых можно включить в список. Я говорю: Анатолий Петрович, я хожу, многие люди боятся. Я прихожу, говорю: пойдем с нами на выборы? Нет. Пойдем на выборы? Нет. Я позвал одну девушку, которая кандидат юридических наук, работает заместителем директора агроуниверситета. Так ее, представляете, до Красноярска дозвонили, сказали: мы тебя с работы уволим, не дай бог с Гусаровым пойдешь и так далее и тому подобное. Я подошел к Никитину, спросил у него в глаза. Я говорю: Сергей Николаевич, она тебе чем там помешает? Ну я понимаю, ты депутат, пройдешь первым номером. Да не он, я не знаю, кто конкретно, она не призналась мне, кто угрожал ей. Но сказала, что она говорит: Валер, извини, я не пойду с вами. И сегодня я хочу, чтобы вы гордились теми людьми, кто готов этой власти сказать нет. Чтобы вы поддержали, понимаете, все-таки тех людей, кто готов отстаивать ваши интересы. Не смиряться с ними. Не подстраиваться под них, не ложиться, понимаете, в угоду своих. Мне, допустим, понимаете, тех денег, которых я сегодня зарабатываю, достаточно. Я обеспеченный тоже человек. Мне не надо, понимаете, строить коттеджи, у меня он есть. Но мне не надо, скажем, знаете, никому врать. Я ни от кого не прячусь. Что? Еще раз. Я дважды избирался депутатом Ачинского районного совета. Вот здесь присутствуют мои коллеги по районному совету. Сколько вы в месяц получаете? В месяц я нисколько не получаю. Я являюсь заместителем председателя Ачинского районного совета без заработной платы. Вы хотя бы раз. Но на самом деле я не являюсь получателем заработной платы. Можно я еще от себя еще пару слов скажу в том части, что я хочу, чтобы ваши дети, чтобы ваши внуки, понимаете, тоже стремились к этой самостоятельности. Я согласен, что не всем это удастся в жизни. Это на самом деле очень тяжело. Когда тебя со всех сторон ненавидят, тебя ненавидят люди, которые снизу, тебя ненавидят власти, которые сверху, тебя где-то преследуют твои конкуренты, которым ты где-то наступил на хвост. Поверьте, это самая сложная в жизни задача – быть самостоятельным человеком, быть независимым, встать и где-то сказать: да, я горжусь этим, да, у меня много есть вещи, за которые, да, мне может быть где-то стыдно, за которые, может быть, я чувствую неприятно, понимаете, что так произошло. Но жизнь, она большая, поверьте, у каждого случаются такие моменты. Ну куда от них деваться? Мы все где-то падаем, подскальзываемся, с нами что-то происходит, но нужно в жизни бороться все-таки.
И моя гражданская позиция, в самом деле, я не иду зарабатывать деньги. В депутатах невозможно, поверьте, заработать деньги. Тем более на одномандатном округе. К тебе будут обязательно обращаться с просьбой. Ты все равно будешь оказывать и уделять это внимание ровно настолько, насколько ты себе можешь это позволить. Но, вы знаете, смотря кто зачем рвется. Если кто-то, скажем, хочет себя обезопасить и просто обслужить эту власть и быть угодным ей, это одно дело. У других это просто гражданская позиция. Поверьте. Пожалуйста. Поэтому мы поддерживаем Анатолия Петровича, иначе кто-то должен взять. Спасибо. 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 Спасибо.